Учиться никогда не поздно, особенно новым, актуальным на рынке труда профессиям. Самарская область входит в число регионов, где в рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект содействия занятости. Для жителей города это уникальная возможность повысить профессиональные навыки, открыть свое дело или освоить новую интересную профессию. В Самарской области к этому проекту очень большой интерес среди соискателей. Заявок вот на обучение, переобучение составляет более 15 тысяч человек. Эти программы очень востребованы. Люди после этого либо остаются на том рабочем месте, но уже с более высокими квалификациями, либо они находят новую работу. В проекте могут принять участие безработные, стоящие на учете на бирже труда, молодые мамы в декретном отпуске и люди старше 50 лет. Получать знания можно, не выходя из дома. Уроки проходят в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий. В рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект содействия занятости, который предоставляет уникальные возможности нашим гражданам и в части обучения, и в части их трудоустройства. Декретницы, граждане категории 50+, и безработные граждане имеют уникальную возможность пройти обучение. Список профессий обширный. Есть как стандартные курсы по кадровому делу и бухгалтерскому учету, так и по современным цифровым компетенциям. Аналитика данных, создание и дизайн сайтов, копирайтинг и другие. Каждый год набор программ меняется. И в прошлом году университет реализовал всего 3 программы. В этом году набор программ был пересмотрен, и уже университет реализует 5 программ. Добавили программу, связанную с юриспруденцией, добавили программу, связанную с ландшафтным дизайном, а также с социальной и медицинской помощью. Участникам этот проект дает возможность найти новую работу, а образовательным учреждениям скорректировать учебные программы под запросы рынка труда. Если говорить о гражданах, то это, несомненно, возможность, такая шикарная мера поддержки от государства в части и возможность сменить свою профессиональную траекторию. А для университетов это колоссальный импульс в развитии. Обучение финансируется за счет средств федерального бюджета. Ксения Баканова, Максим Гусев, «События».